Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что я тут новой камерой обзавелся. И вот сейчас там... балуюсь, да. Я нахожу как бы оптимальные какие-то варианты для съемки. И вот сейчас мы со Светланой едем в магазин. Буквально у нас гости сегодня. Вот Светлана за рулем. Вы видите светлый образ Светланы. Давайте я вам себя покажу. А что я здесь? Я не прячусь от людей, друзья. Вот. Ни от кого не прячусь, пожалуйста. Вот он я. Рукоятки даже удобнее, чем на машине. Да, у меня рукоятка новая тут, да, для всяких, для съемки. Ну, в общем, у меня и старая нормальная. Ну, так я просто уже так обзавелся и новый. Значит, такой раш такой на меня напало, и я вот покупаю какие-то новые причиндалы. Ну, да, у больших мальчиков там. Свои игрушки. Ну что, друзья, вот и магазин. Магазин называется 99 Range Market или Range 99 Market. Как хотите, назовите. Светлана, вы видите, протирает корзиночку. Мы в масках и света, и могу вам тоже себя показать. Я тоже в маске. Вот такие мы шикарные покупатели. А тут написано, что надо в маске быть и соблюдать дистанцию в 6 футов. Тут все как положено. У Светы есть такая прозрачная маска, такой щит как бы пластиковый. Но говорят, и тоже мы смотрим картинки, что вот мало одного щита, надо все равно маску. Но если уже все равно маску, мы тогда думаем, не будем тогда ходить пластиковым щитом. Света, как тебе черешенка? За $5, да, друзья. Вот это $5. Мы обычно так доллара за полтора покупаем, но я хочу сказать, что черешня неплохая, вы видите. Черешня очень даже неплохая. Аппетитненькая черешенка-то. Вот. Вам предлагается, друзья, оценить качество съемки нашей. Новая камера. Вот эти грибы, надо сказать, они довольно безвкусные. Да. Но маринованными они ничего. А так вот, если, скажем, пожарить их, или они как-то не очень. И они недорогие. Вы видите, вот такая вот фиговина здоровенная. Вот там 4,50. Это недорого совсем. По нашим понятиям. Как бы отнюдь. А... Вот эти вкусные, портабелла. Очень симпатичные грибочки, кстати. Да. Почти невесомые такие они, какие-то воздушные. Вот просто смотрим, как на камеру, да. Мне кажется, что должно быть очень все это в хорошем свете. Итак, господи. Да что же это такое? Это за фрукт такой? Называется Джек. Джекфрут. 79 центов за фунт. Не знаю. Не пробовал. Вот так врать не стану. Надо у Джека спросить, раз у него такой фрут. Вот, друзья, здоровенные такие хреновины. Такой хреновиной можно очень здорово... Ну, как сами понимаете, огорчить можно такой хреновиной, если правильно нанести удар. Я знаю, друзья, вы не только видите, но вы и запах чувствуете. Я не сомневаюсь в том, что вы можете. Мне часто зрители говорят, вы знаете, Михаил, прямо чувствовали запах. Ах, друзья. Ах, ах, ах. Ну вот. Апельсинчики тоже можно почувствовать, если что. А это, друзья, уже почищенный таро. Корешок такой. Мы берем вместо картошки. Картошки там крахмала много. А здесь по вкусу не отличишь, а крахмала намного-намного меньше. Наши зрители многие скажут, ну что, вот зеленый лук. Много зеленого лука. А вы теперь, друзья, представьте этот зеленый лук. Если к нему добавить немножко чесночок, редисочку,
копченую колбаску. Понимаете, сразу совершенно другое ощущение возникает. Вот, друзья, свиные ребрышки. Из них можно сделать много чего. Если особенно пользоваться вот такой кастрюлей, как есть у Светланы, она в этой кастрюле, эти ребрышки, что ты с ними там? Я их на пару делаю. На пару, вот, друзья. Ох, Светлана на пару делает. Не мог, друзья, не мог пройти мимо фарша. Вот справа $6 свиной. Это за 3 рядышком. Вот один, второй, третий за 3. Вот. А это мясо, свинина. Написано свинина задница. 3,69. Вот там ценник. 3,69. Так. Вообще здесь дешево. Это в китайских магазинах вообще дешево. Вот тут, например, вот эта свининка, вот эта. Она по 3,19 за фунт. Вот, друзья, идем вдоль рыбных рядов. Вы скажете, а почем тут? Ну, вот тут $5, $6 за фунт, вот так примерно. Зависит. Вот, например, вот это за 3, там, 3,99 за 4, а это за 9. Салмон тут у нас за 13. Такой он шикарный такой. За 13. А вот это сибас. Мы со Светой любим сибас. Сибас подороже. Тут почти $19 за фунт. Хорошая, такая богатая такая рыбка. А вот эти шматки салмона по $5. Возьмем сейчас? А мы сейчас возьмем, пожалуйста. А, тут, правда, написано, что большая распродажа только сегодня, друзья. Ну так, а мы сегодня и возьмем. Мы же не будем завтра приходить, правильно? Так, вот она рыбка, вот она. Вы видите, друзья, там, где рыбный раздел, никто никакой дистанции уже не соблюдает. Невозможно удержаться, потому что, друзья, невозможно. Вы смотрите, какие у нас тут морские продукты, морепродукты какие. Шримпы. Вот, друзья, смотрите, какой шматочек Света присмотрела. Светлана, друзья, интересуется карпом. А чего действительно карпом-то не заинтересоваться? По 5 за фунт, друзья, такой карп. Карп, ну да, а что? Вот тут. А вот, пожалуйста, салмон, но уже за $4, пожалуйста. Целый хвост, да, целиком. Так, давайте посмотрим, какие рыбки бывают. Ой-ой-ой, какие красавцы, друзья. Рыба называется красный бандит, друзья. Посмотрите, вот написано. Свежий красный бандит за $4. Если бы всех красных бандитов вот так. А то, знаете, бывает, что не мы их, а они нас. Вот эта вот рыбка называется Golden Pompano. Друзья, если вам когда-нибудь удастся этого Golden Pompano, обязательно, обязательно. Во-первых, из нее суши обалденные. Во-вторых, вообще сама по себе рыба что-то невероятное. Ну что, вот там у нас карп, а тут у нас все остальное. Я вообще, когда здесь прохожу мимо, меня прямо раздирает желание поделиться с вами, друзья, тем, как это все выглядит. Хотя надо сказать, что в китайских магазинах есть большой шанс, что к тебе подойдут и скажут: товарищ, а что это вы тут со своей камерой? Немедленно уберите. Это ойстеры, в смысле устрицы. А вот эти шевелятся, смотрите. Вот честно скажу, хотел, чтобы все, но невозможно не показать. Тилапия так плавает. А там еще что-то плавает. Это черный бас. Окей. Да. Аквариум. Друзья, не надо в зоопарк ходить. Смотри, чего тут только не плавает. Друзья, стоит Светлана среди китайского чая.
между чаем слева и выпивоном справа. Хорошая позиция. Вот так, друзья, иногда придешь в какой-нибудь этнический магазин и видишь себя в кривом зеркале. Вот это семечки. Вот так продают семечки в китайском магазине. Вот. Так, если бы, конечно, не английская надпись там Sunflower Seeds, да, так и не догадаешься. Покидаем, друзья, покидаем магазин. Вот наша корзинка. На большую сумму, Света, на сколько мы тут набрались? $7, нормально, $71. $71. А что ж ты ушла? Так, бросила, смотри, пошла. Я возьму, да? Нормально? Да, так трудно, трудно одной рукой. Силы-то есть, но камера. Друзья, камера. Все для наших зрителей. Несколько минут за рулем, друзья, и мы уже у корейского магазина. Что вы себе думаете? Вот он, корейский магазин. И Света меня поторапливает. Мама родная, а там очередь на вход. Мы сейчас с вами, друзья, пройдем. Свет, давай не будем идти мимо очереди, а обойдем ее по улице. Да, друзья, мы сейчас обойдем эту очереденку по очереди. Вы видите, как люди стремятся к корейскому. Меня там случай интересует, насколько они здоровы соблюдать дистанцию. И вот нет такого ощущения, честно. Свет, у тебя есть ощущение, что они здоровы соблюдать? Да, но они довольно плотненько. И скажу вам, друзья, хотя нет, здесь уже вроде получше. А там, там совсем плохо. Свет, ей-богу. Слышишь, обычно машин очень много. Зайчик, тебя не слышно, микрофон на мне. Ну, не важно. Я говорю, что обычно машин много, да. А людей не так много. Сейчас машин не очень много, да. Свободные места, а людей просто зашибись. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Может, там не стоять уже? Нет, ну, Свет, ну они там уже очень далеко. Не, мы без черешни пойдемся. Да, это чересчур. А вот там, друзья, вы видите очередь. Очередь в магазин Рос. Рос — это одежный такой недорогой магазин, но там часто бывает что-то такое оригинальненькое, как бы из приличных брендов, но вот так отдают по дешевке. Вот один из таких магазинов. Видите, очередь на вход. Люди обносились, можно так сказать. А вот эффектно выплывает Светлана с корзиночкой, и мы к ней присоединяемся.